У нас тут сколько их? Раз, два, три. Я не вижу, это четыре. Еще две девочки. У вас сколько? Шестеро? Пятеро, еще детей, а в семье шестеро. Ну сейчас сколько у вас? Шесть. Прямо на трассе. Как только заедете, прям тоже. И стойте, и голосуйте в Барнаул с той стороны. Сейчас подойдите. Так, просился со всеми? Да, все, все просился. Все тебе, никто на тебя ничего не имеет? Слушай, как. Я вам говорю, все. Характеристика не скрыта. Так, карту туда перенести. Пусть пока у него лежат. Сергей начнет работать. Только бумагу положи, больше ничего. Вот это куда лучше положить? Это я потом обратно положишь, когда разберется, Сергей. Теперь его положи туда. Все, так. Заходим. Ага. Пока. Давайте. Дальше будет видно. Садитесь. На руки все. Можно тут. Ни к чему нигде не прикасаться, просьба. Нигде ничего не задевать. Только сидите спокойно и все. С Богом будет. Все, машину на замок закрыли. Там сзади. Да. Все. Проверь еще раз, дерни. Видите, как побольше. Такое лето. Вы когда пришли, помните, на встречу с детьми-то было как. Откуда я знал, что такие красавицы тут растут? Совсем даже не знал. Что вы были, посмотрели, увидели. У нас ничего лишнего-то нету, но мы старались как могли. Визиточки у вас есть наши? Нету. Есть? Нету. Как нет? Вот здесь все написано. И тогда своим подругам дадите еще, я вам дам несколько. Где ваши детки были? Еще вот тут везде. Здесь YouTube, да. У себя там будете видеть. Не, маленькие. Да, ну это вот, на случай, если... Это все в интернете. Здесь остановитесь. Так, руки не... Только посмотрите назад. Это очень ценная вещь. Мне самое больше, чем понравилось крещение, как проходило. Да, понимаете, это не в церкви за день. Какое-то чудо прям. Это надо видеть, какие люди тут приехали. Тут буквально отовсюду. Высокая девушка-то была, это из Франции. Надо это побольше показывать. Людей это сильно влечет, что действительно оно православное правильное крещение. Истинное крещение. Ну, не надо. Больше ничего нету. Нет, тут и не надо ничего. Так, спасибо. Все, закрывайте, уезжаем. Спасибо. Так, Кирилл, ни на кого не обижаешься? Ты удочку зря так горло не ставь, положи к нам. Вот так, положите. Чтобы вы доехали спокойно. Так, белье там все забрали свое. Все, в бане все забрали. По славу Божию. И там, да, я свежую залил. Так, Николай, это, Александр. Я сейчас к батюшке заеду. Не надо, я уже благословился. Все? Вот сейчас едете направо, вот. И вот за этот дом. Туда не надо, туда это за пятки надо будут ехать. А. И вот сейчас, когда едете до дорога, и который в лес заходит, не надо, она вокруг леса по кладбищу. На ней ехал, запомнил, да? Ну да. Ну, а что? Дальше как выйти, ну а сейчас дальше уже дорога. Сразу вон те деревья, он, которые далеко, видать, вот эти вот. Это уже лесополоса на той стороне железной дороги. Ага. Сейчас вокруг этого дома и сразу влево и пошел. Там только, когда мы перешли в лес обойти надо, там сыро очень. Лужа там. Ну обойти там немного. Ага. И дальше уже поехали. За ними ну, поехали. Да благослови Господь. Я так молился, чтобы вы не сдвигали, как у нас говорят, не подпятились. Потихоньку. Да. Если что, звоните. Ты же крещеный, тебя нельзя не целовать. С Богом. А вон, до свидания, да. Кричат. До свидания. Вот. Дядя Александр, если что нужно, скажете, он передаст. Да. Его звать как Пушкина, сейчас скажу. Его как Пушкина Александр Сергеевич звать. Ну с Богом, брат. Вот с Богом. Поели, с Богом. Да? Куда едете? С собой-то ничего не взяли поесть? Все у нас есть, все хорошо, все, слава, ну, слава Богу. Богу. Пошли, больше не лезьте. Так, Господи, благослови. Сейчас. Не забудьте принять бал. Бал, 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 бал. Ворота закрывать.
Это миссия на север, последняя. У нас была на восток, на запад, на юг. Теперь на север. Начиная с Баренцева моря, с Мурманска. Да благословит вас Господь. Все. Вот остался мне верный. Сергей оставил вторую собачку. Теперь мне за ней ухаживать. Она у меня будет, я уже приготовил, в сарае. Одну половину закрыли там. Сейчас покормлю я тебя. Так, попрыгунчик. Как кузнечик. Вчера, когда он сделал, он оторвался и сам прибежал с цепью сюда. Ой, ой. Включает по хозяину. Фу. Я уже соломки поселил. Все, пока.